Всем привет! С вами Кононова Анна и Перемечева Ирина. И сегодня мы вам покажем новинки 5-го каталога дозаказ, автозаказ. То есть первый заказ нам пришел 10-го числа, он уже на наших YouTube-каналах. И сегодня мы снимаем 13-го числа автозаказ. Итак, на мне сейчас платье с длинным рукавом для женщины, цвет белый, размер 50, 100% вискоза, артикул 525-966. На мой взгляд, меня это платье стройнит, оно мне очень нравится. Тут идет резиночка, тут идут завязочки, тут, значит, у нас с вами идут пуговки. Небольшие, да, такие маленькие, но, если честно, так просто снимаю, одеваю, их не расстегиваю. Платье абсолютно не тянется, но оно идет полуприлегающего силуэта, и в нем очень комфортно. Оно идет тоненькое, не утепленное. Ну и смотрите, вот я ростом 161 сантиметр, как оно мне длиной. Да, то есть оно длинновато для меня. Понятно, что, допустим, на Ирине ростом 176 будет абсолютно оно по-другому смотреться, и вы это, конечно, скоро увидите. Так, оно мне платье с коротким рукавом для женщины, цвет розовый, размер 48, состав 90% полиэстер и 10% эластан, и подкладка 100% полиэстер. Это размер 48, ну, я бы сказала, не дышать, не шевелиться, вот, но так платье очень аккуратное, красиво, мне нравится. Угу. И смотрите, еще сзади тут идет замочек вот до сюда прямо, да, то есть застегивается сзади, рукавчики, фонарики, очень все симпатично. А ткань тянется? Ну, нет, и вот там чуть-чуть тянется, кстати, ткань. Ну, совсем. Чуть-чуть тянется, немножечко. А подкладка очень хорошо, но смысла нет в этом. Да. Так, это же платье на Ирине. Вообще по-другому смотрится. По-другому, и длина, да, по-другому. Да, Ирине вот так понравилось завязать. Видите, как можно, да, сбоку немножечко сделать. Очень приятное к телу. Очень безумно. Летом будет вообще идеально. Не жарко, да, да, не, да, холодно. Да, да. Вообще классно. Да, да, значит, сейчас на мне платье с длинным рукавом для женщины. Цвет красный, размер 50, 100% вискоза. Платье с длинным рукавом для женщины. Извиняюсь за тавтологию. Артикул 525-972. Ребят, платье мне очень понравилось. Сначала я его достала из упаковки, думаю, боже мой, как оно сильно мнется. Но буквально 3 минуты, пока я его обсуждала перед зеркалом, вот тут вот все уже расправилось, да. То есть оно, получается, мнется очень даже и не сильно, но очень быстро расправляется и принимает форму тела и выделяет все достоинства. А так как он полуприлегающий силуэт, он скрывает все недостатки. Поэтому это платье однозначно я себе оставляю. Единственный минус, то что тут у меня немножечко в натяжечку, но я это дело уже привыкла пришивать на всех платьях. И те, которые я приобрела в магазине, и в компании Faberlic, да, и в разных странах путешествую, у меня всегда тут все прошито. Вот это вот от этой пуговицы до этой пуговицы я уже привыкаю, все одевать и снимать через верх. Вот, дальше, значит, рукавчики. И тут такие не спадающие, тут нету ни резиночки, ничего. Тоже такая вот пуговка. Также тут идет 1, 2, 3, 4, 5 пуговок, ну и юбочка. Юбочка двухъярусная получается. Очень симпатично. Так, сейчас вот на Ирине предыдущее платье. Вот как оно смотрится на фигуре. Так. 176. Да, 176 роста. И тоже тут то же самое. Немножечко пытается грудь открыться. Да, то есть как бы... И я бы Ирине порекомендовала размер 48. Да. Да, не больше. Вот это сейчас 50-й на ней слегка как бы великоват. Мне очень нравится, что длинные рукава, потому что у меня обычно проблема мне. О, кстати, да. То, что ей подошло. А вот если ты возьмешь на размер меньше, будут ли рукава в пору? Ну, надо мерить. Надо примерять, да. А так очень легкое, очень комфортное платьишко. Да, и оно красивое, классное. И меня самое, что интересное, удивило, да, пока мы переодевались, оно еще больше выпрямилось, да, и осталось только чуть-чуть подутюжить юбочку. Шикарно. Это значит, при носке оно мяться ни в коем случае не будет. И вот еще, что я не сказала, рукав покатый, да, видите, вот докуда тут идет, оно так и есть. Вот. А на мне платье с длинным рукавом для женщины, цвет синий, размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 525-942. Мне нравится это платье, я такое чувство, что оно немножечко меня, может быть, в руках, в плечах увеличивает, такое ощущение. Но вот тут вот, да, я могу, вот так вот, да, по идее оно идет, по талии. Я могу отрегулировать, тут сделать все здорово и
за счет этого у меня все недостаточки, все прячется, да, то есть все уходит на задний план, и видно только красивое платье. А мне вообще такие платья идут, классные, хорошие, да. И смотрите, тут еще есть пуговки. Первые две пуговки, они расстегиваются, мало ли вы сделали какую-то прическу, вам нужно это платье надеть. Материал у него 95% полиэстер, 5% эластан. Мне в нем чуть-чуть жарковато сейчас на данный момент. Тело в нем дышит, допустим, меньше, чем в этом и в предыдущем. Но, опять-таки, оно классное, оно шикарное. Я, скорее всего, себе его оставлю. Предыдущее платье на Ириночке. Очень мне нравится. Мне тоже нравится. Вот, ну и следующая моделька, это платье с длинным рукавом для женщины, цвет оранжевый, размер 50, состав 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 525-948. Вот такая красота, мне тоже нравится этот цвет, точно-точно такой же, как и синее платье. И смотрите, какая красота, это просто отпад. Это у нас с вами идут кеды женские. Размер 38, артикул 885-451. Значит, состав у них идет искусственная кожа, текстиль и стенка тоже текстиль, подкладка текстиль, подошва ПВХ. Вот такая вот красота со стразиками. Мне очень-очень нравится. Они удобные, классные, идут размер в размер. У меня 38-я ножка, они идут размер в размер, очень хорошо. Следующее платье на Ириночке. Очень красиво. Да. А на мне платье с коротким рукавом для женщины. Цвет темно-красный. Размер 50. Состав 95% полиэстер, 5% эластан. Артикул 526-155. Ну, девчонки, красотища, но лучше брать на размерчик чуть-чуть побольше. Грудь тянет, давит. В руках свело немножечко, да, из-за груди. Поэтому как бы тут очень сильно все в обтяжечку. Берите на размерчик побольше, не пожалеете. Стоят девчонки? Стоят в сторонке. Только замужем уже много-много лет. Не, ну классно смотрится, реально, вообще здорово. Вот, девчонки, смотрите, высокие, вообще шикарно. Кто покрупнее, берите на размер больше. Ну, а на мне... В общем, мне очень не нравится, но я вам покажу. Платье с длинным рукавом для женщины. Цвет персиковый, размер 50, 100% полиэстер. Артикул 526-379. Та-да-да-дам! Давай снимем фартук. Ирин, помогай меня раздевать. Это фартук какой-то, который делается на бок. Его можно убрать и носить без фартука. Вот, такие пуговки интересно спереди снимать. Где? А, пуговки. Я даже пуговки не заметила. Да, ну, в общем, вот смотрите. Сам фартук, его, так я понимаю, можно отстегивать. Он, ого! Ну, в общем, мы сложно втроем разобрались, как это надевается. Но это можно пристегнуть, отстегнуть. Это новые модные тренды какие-то. Я их, если честно, не понимаю. Предыдущее платье на Ириночке, она выше, лямка выше, все намного аккуратнее, плечи на местах, то есть все уже прям замечательно, великолепно, все уже интересно, даже с этой... С этим фартуком. Да, фартуком. Мы просто покажем, что платье маленечко просвечивает. Да, платье, кстати, мы не сказали, да, оно просвечивает, просвечивает не слабо, даже телесное белье его видно. И вот тут, кстати, погоны, или как они называются, пришиты. Ну, мы раньше смеялись, все. Как бы... Рассказывай про себя. Ну, я не могу на тебя смотреть, ты очень красивая. Ой, девочки, вы посмотрите, какая красота. Вот, в общем, это платье с укороченным рукавом для женщины, цвет черный, размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 526-191. Платье нисколько не тянется. Тут есть вот такой вот пояс, которого, наверное, на камеру не видно. Пояс широкий, да, вот, вот он, видите, такой вот он широкий. И он классно скрывает все недостатки, все вот эти вот места, где, да, как это называется, это гусенички, да, все места. Очень красиво. Оно застегивается вот так вот под горло, но я тут немножко оставила. Пуговки мелкие, застегивать, если ногти длинные, неудобно, если честно. Тут, как обычно, я просто прошью. Да, и буду надевать через верх это платье. Но оно через верх и надевается. Ребята, оно шикарно. И вот ощущение того, что это полиэстер, у меня нет. Такое ощущение, что это хлопок. Вот честное слово. Нет ощущения вообще абсолютно. В нем легко дышится, в нем хорошо.
шикарное, и оно даже на капроновые колготки не электризуется. Для меня вот это очень-очень важно. И далее, супер-мега удобные туфли. Посмотрите, пожалуйста, на эти туфли. А, это у нас с вами идет, значит, ой, как мелко. Так, туфли, артикул 885-464. Вот такая вот красотища, на горочке, легко одевается, снимается. Но, как вы знаете, да, по моим предыдущим видео, у меня размер ноги, длина 37, ширина 38, да, то есть у меня широкая лапка. И как бы по ширине они мне хорошо, по длине немножечко великоваты. Но я уже привыкла, что все туфли до единого мне так на мне смотрятся. Очень каблукоустойчивый. Вообще, как птичка в них порхаю, они не давят, все классно. В общем-то, 38 размер, высота каблука. Ну, я люблю высокие каблуки, да, я не чувствую высоту каблука, в них очень комфортно. Такое ощущение, что и каблука вообще нету. Так, на Ирине эта же модель предыдущая, тоже очень хорошо. Тоже вообще великолепно, очень красиво. Я не могу налюбоваться. Это вообще-то шикарнейшее. Вот мне почему-то не хватает карманов, я не знаю, но это мне, я люблю, что... А, карманы, да? Да. Сумочку вот так вот, ну, сюда, вот. На бедрышко повесишь. Вот здорово, ой, ну вообще шикарно. Ребят, на мне сейчас тоже шикарное платье, только, ну, как вы видите, мне его надо на размер больше, но я вам все равно его покажу. Платье с длинным рукавом для женщины, цвет мультицвет, размер 50, состав 96 полиэстер, 4% эластан, артикул 526-215. Вот такая вот красота. Оно хорошо тянется, но оно не должно, по идее, тянуться, потому что смысл, если оно на пуговках, да? Вот, в плечах чуть-чуть туговато, рукава коротки. То есть надо 52 размер. Это же самое платье. Так, а на мне, ребят, блузка с укороченным рукавом для женщины. Не совсем удачно подобрали штаны, но вот мне девчонки говорят, что было бы очень красиво с голубыми джинсами, с белыми кроссовками. Было бы очень здорово, но я вам хотя бы ее покажу. Она очень-очень сильно полуприлегающего силуэта, в ней очень свободно. Вот, и самое интересное, нагибайтесь, ничего не будет выставляться. Вот это тоже как бы здорово, это классно, кто ценит минимализм в себе, да, и не любит выставлять все прелести, это просто идеальный вариант. Далее, значит, это идет блузка с укороченным рукавом для женщины, цвет белый, размер 50, состав 100% хлопок, артикул 526-257. А, 100% хлопок. Я же это... Вот, очень некомфортно, здорово, но я могу сказать, что она очень плотная, и в ней тепло. Потому что она, ну, реально очень плотная, не просвечивает, да, как бы, ну, в принципе, все нормально. Ну и далее посмотрим с вами брюки для женщины, цвет черный, размер 50, 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 526-137. Такие вот брючки обычные, да, вот, вот такие вот, легкие такие, струящиеся, можно так сказать, и с каблуком, и с кроссовками будут хорошо смотреться. Предыдущий вариант на Ириночке. Ну, штаны уже слегка коротковаты. И... Если без каблука, вот, угу. С кроссовками. Ну, если с кроссовками, то и то хотелось бы хотя бы пару сантиметров, да, длиннее. Ну, это у меня всегда проблема подобрать брюки. Угу. Ну, так-то они тебе же идут. Хорошо, и попу устранят, и все. Ну, вот, 176 ростовочка, аккуратнее с этими штанишками. Угу. Все. Так, далее, значит, на мне брюки для женщины, цвет темно-синий, размер 50, состав 78 полиэстер, 18 вискозы, 4 эластан, артикул 526-397. Ну, ребят, как вы видите, брюки укороченные, и они как бы на высоких будут хорошо смотреться, но не на мне, потому что мне не хватает роста для укороченных брюк, и получается такая вот дилемма, что они меня укорачивают, делают еще квадратнее, еще ниже, нежели я есть. В общем-то, да, не мой вариант абсолютно. И также на мне сейчас блузка с коротким рукавом для женщины, цвет белый, размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 526-179, симпатичная, классная, свеженькая, в принципе, все нормально. Вот степень просвечиваемости можно увидеть по бирочке, очень хорошо видно. Ну, тут завязочки, развязочки. Так, она слегка тянется немножечко, ну и все.
Я думаю, вы помните блузку из первого видео. Вот такая вот красоточка. Поехала к маме, 52 размер. Ирин, помоги, пожалуйста, с артикулом. Так, он на маме написан. Так, 525-731. Угу. Это, кстати, размер 50. А, 50-й? Да, цвет угу. Хорошо, а я примеряла 52-й. Маме, значит, 50-й подошел, да? Хорошо, нигде не тянет, все нормально, нет. Да? Нет. Будешь носить? Да. Вот сейчас, смотрите, костюмчик. Артикул Риночка сейчас подскажет. 526-391. Угу. Мама его берет себе. Помните, да, он мне был мал. И маме он очень хорошо подошел. Великолепно. Да, она его себе оставляет, очень красиво смотрится. И у меня брючки от этого костюмчика. Да, и вот смотрите, как брюки смотрятся на... А, на высоких. Да, на высоких. Вот таким вот образом. И Ирине они уже хорошо смотрятся. Вот. И та же самая блузочка. На мне блузка из предыдущего видео. И юбка для женщины. Цвет мультицвет. Размер 50. Состав 100% полиэстер. Артикул 525-930. Очень плотная ткань, кстати. Она такая гладенькая, интересная. Mm-hmm. Не как вот те юбки плиссировки. Типа атласный что-то немножечко напоминает. И очень так интересно играют эти волны. Ну-ка, сильно. Ух ты, смотри, как здорово. Морская. Угу. Ну, тебе идет, мне нравится. Так, на мне сейчас юбка для женщины. Цвет белый, размер 50, состав 100% вискоза. Артикул 525-918. Такая вот юбочка. А тут идет что-то типа белой талии. Да, то есть таким вот образом. И также трикотажная толстовка с длинным рукавом для женщины. Цвет синий, размер 50, 100% хлопок. Артикул 525-924. Ну, я вам могу сказать, что вещи очень комфортные. В них дышит тело. Вот эта вот кофта, она толстовка, вернее. Она очень-очень теплая, прямо мега теплая. Вот, в ней комфортно, в ней хорошо. Так, тот же образ на Ирине. Абсолютно тоже по-другому смотрится. Так, ну и на мне блузка с коротким рукавом для женщины, цвет белый, размер 50, состав 100% полиэстер, артикул 526-221. Ну, что я могу сказать, все недостаточки она скрывает, в принципе, симпатично смотрится, все отлично, все нормально. Та же самая блузка. Ну, великовата она, размерчик поменьше нужно. И она, кстати, ребят, очень хорошо беременным подойдет, идеально. Да. И вообще идеально. Вот очень красиво на девчонках и беременных, и стройных, и всяко разное смотрятся. Ирине просто чуть-чуть на размер меньше надо. Но хотя по плечам-то хорошо сидит. Как бы... Так и задумано. Да, так и задумано, походу. Так, ребят, на мне блузка с длинным рукавом для женщины. Очень такой прям разрез откровенный. Цвет оранжевый, размер 50, состав 100% вискоза. Артикул 525-936. Очень даже нравится. И далее... Значит, туфли, артикул 885-471, размер 38, они у меня идут бежевые. Ну, очень красивые, под все подойдут, я вообще очень люблю это все, обожаю. А юбка из позапрошлогодней, наверное, коллекции, до сих пор ее ношу. Да, очень красиво. Предыдущая версия. Вообще по-другому на Ирине смотрится, да. Ну, я думаю, каждый раз это не нужно уже говорить. Понятно, что рост разный, объемы разные, все разное. И ну, абсолютно, рукава, да. Угу. Для меня главное рукава. Кстати, да, рукава. Угу. И, кстати, Ирине этот цвет как-то ее освежает или что, я даже вот не понимаю. Мне нравится этот оттенок, реально красиво. Мне он нравится. Необычно. Да, необычно, классно, ярко. И как-то вот я бы вот оставила на месте Ирины себе вот эту кофту. Реально красивая. Так, ну и, ребят, блузка с коротким рукавом для женщины. Цвет голубой, размер 50, 100% полиэстер. Артикул 526-227. Точно такая же, как белая предыдущая, но просто у нее идет голубенький оттеночек. Тоже симпатичный, все недостаточки скрывает. Мне кажется, она подойдет под все. Даже пиджачок сверху накинуть, да, накинул, застегнул, пошел вот это вот место. Если только видно, то тоже здорово. Так, предыдущая блузочка. Так, на мне, значит, блузка длинным рукавом для женщины, цвет персиковый, размер 50, состав 100% полиэстер, артикул 526-361. Ребят, скрываю все недостатки, все, но, конечно, без глажки тут не обойтись. Вот, очень оригинальный пояс, как вот, вы знаете, вот эту
пластмасса, обычная пластмасса, такая застежка, знаете, как в самолете, как у рюкзака, что-то такое вот интересное. Вот, интересная, конечно, моделька. И, кстати, в грудине мала, что немаловажно, да, и сзади, смотрите, хорошо так приталивает все. В общем-то, силуэт блузки очень даже приличный. Предыдущая модель на Ирине. Необычно. Да, необычно. Блузка очень плотная. Кстати, в ней дышится тяжело телу. Как бы не сильно, но есть такой момент, что не очень комфортно. Вот, так, далее на мне блузка с длинным рукавом для женщины. Та же самая модель, только другой цвет. Ярко-синий, размер 50, состав 100% полиэстер, артикул 526-355. На мне трикотажная толстовка с длинным рукавом для женщины. Конечно, не очень длинный. Артикул 526-409, цвет белый, размер 50, 60% хлопок, 40% полиэстер. Я надеюсь, было слышно. Мне нравится, кстати, она, но действительно кидается в глаза, что рукав короток. Да, то есть девчонки высокие, смотрите. А так очень тепленькая, там внутри, как это называется? Начес. Ой, да. Какой мягкий. Да. Хорошенький такой. И капюшончик. Капюшончик. Капюшончик с утяжечками. Да, то есть если холодно, если дует ветер, отличное решение. Итак, на мне блузка с коротким рукавом для женщины, точно такая же, как предыдущая была белая у нас, да? Так, цвет темно-красный, размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 526-185. Блузка с рукавом для женщины, размер синий, 96 полиэстер, 4% эластан, артикул 525-954. Очень интересно, то есть это завязочка, как хотите, так и можете ее завязывать. Ну, это я так прикалываюсь. Да, такой вот вырез, пуговки. Тянутся, между прочим, вот эти вот петельки у пуговок. Очень тянутся, я надеюсь, видно. Вот, и такая вот длина, можно носить заправленную, можно расправленную, то есть как вам хочется, да, и то есть я расправляю, чтобы показать вам длину. На мне точно такая же блузка с длинным рукавом, цвет красный, артикул 525-960. Ну, все то же самое, отличается только цвет. Угу. Очень красивый цвет, мне нравится такой цвет. Ребят, так получилось, что пришли две одинаковые блузки. Очень интересно, потому что на одной один артикул и написано 42 размер, да? Что-то мне пришло вместо чего-то. Да, то есть что-то мне пришло. Потому что тут один перечеркнут артикул, а второй 42 размер блузка. Но это не 42. Да, но это абсолютно не 42. Поэтому давайте, значит, мы с вами покажем. Значит, на нас сейчас блузка с длинным рукавом для женщины, мультицвет, размер 50 у обеих, состав 96 полиэстер, 4 эластан, артикул 525-978. На мне блуза с коротким рукавом для женщины, цвет темно-красный, размер 50, состав 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 526-143. Угу. Чуть-чуть фонарики тут немножечко. Да, чуть-чуть. Да, свободно. Могу длину показать сколько? Да, покажи длину. Угу. Ну, идеально и так, и так. Причем и с каблуками подойдет, и с кроссовками, то есть такая универсалочка. Так, ребят, а на мне блузка с длинным рукавом для женщины, цвет темно-красный, артикул 526-161, размер 50, состав 95 полиэстер, 5 эластан. Вот такая красота. В общем-то, да, вот я вам показываю длину. Тут по всему периметру потайные пуговки спрятаны, да. Вот, ну и жабо. Да, то есть вот такая вот. А штучка висит. То есть все отлично, все замечательно. Никаких нареканий продукта нету. Все нравится, великолепно, красиво. Так, на мне сейчас трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 525-990, цвет синий, размер 50, состав 95 полиэстер, 5% эластан. Очень такой плотный, комфортный, прикольный. В общем-то, и с джинсами, и с юбкой, и с пиджачком, и с кроссовками, и с туфлями совсем подойдет. Рекомендую, классная штучка. Так, а на мне трикотажный джемпер с коротким рукавом, артикул 525-894, цвет белый, размер 50, состав 70% вискоза и 30% нейлон. Очень приятный к телу. Здесь вот такой замочек. Он вообще натуральный. Застегнуть, да, он вообще натуральный. Кожа в нем будет хорошо дышать. Очень приятный, всем прям тоже рекомендую. То же самое наоборот. Да.
перемены мест. Ничего там не меняется. На мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 525-984. Цвет красный, размер 50. 95% полиэстер, 5% эластан. Это тот же самый предыдущий свитер. Или джемпер, да, джемпер тот же самый, что и синий, только красненький. Удобный, комфортный, уютный, прикольный. Так, на мне блуза с коротким рукавом для женщины, цвет коралловый, размер 50, состав 100% полиэстер. Артикул 526-277. Угу. Вот такие рукавчики. Как показать? Фонарики. Так, ткань плотная. Не тянется. Не тянется абсолютно. Да, то есть тут что-то просвечивающее. А, да, смотри, какой еще интересно. Да, интересно. Ну, тебе идет этот цвет очень. То же самое наоборот. Найди 10 рублей. На мне блузка Юаня уже примеряла. Артикул 526-161. Вот так он. Рука отлично. Да, кстати, очень хорошо. Так, блузка с длинным рукавом для женщины. Цвет мультицвет, размер 50, 96 полиэстер, 4 эластан, артикул 526-271. Отлично, да? Я, смотрите, блузки ни одни не заправляю, чтобы показать вам длину. На самом деле, да, их можно же и заправить, и все, чтобы они хорошо смотрелись. Просто, чтобы вы видели, какая длина у блузочки и так далее. Так, та же самая блузка на мне. Красотища! Да, ну вот мне все-таки хочется чуть-чуть рукавчика. Да, да, рукав так чуть-чуть. Очень бы, да. Цвет освежает, приятно, красиво, весенняя такая. Да. Ребят, прям моя-моя блузочка, согласны, да, вообще красоточка. Это блузка с укороченным рукавом для женщины, цвет черный, размер 50, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Артикул 526-197. Она идет на поясе. Вот такой вот пояс, его можно заменить на любой другой, можно вообще убрать, если вам не хочется, да, можно ее заправлять, то есть вообще вариантов куча. Так, она мне блуза с коротким рукавом для женщины, цвет белый, размер 50, состав 100% хлопок. Она очень такая плотненькая, артикул 526-131. Угу, прям очень плотная. Если достать, такая не очень длинненькая. Кому как. То же самое наоборот, тоже, как и Ирине, маловато в бедрах. Так, вся в натяжечку, вот эту штучку берите на размерчик побольше, по идее она классная. Ну, эта штучка тоже классная. Вообще огонь. И на брюнетках, и на блондинках. Куртка для женщины, артикул 525, цвет синий, размер 50, 97 хлопок, 97, о, я думаю, что она такая плотная, и 3% эластан, подкладка 100% полиэстер, угу. Артикул 525, 3 восьмерки. Итак, смотрите, ну, честно сказать, что-то как-то пошло не так, я не могу сказать, что она мне нравится. Так, она полностью застегивается на все пуговицы. И причем тут тоже есть пуговица. Так, минут. А, вот это сюда. Да, это вот так. Так. Сложно, конечно, застегнуться очень. Так, это значит вот так. Так, тут всего 3 пуговицы. Ребят, ну смотрится как спецовка. Я как-то не могу. Это затягивается, но не завязывается. Я так понимаю, так да. Просто носится. Или завязывается. Нет, не завязывается. Не так просто. Да, то есть как-то вот не скажу, что я кайфую с этой вещи. Нет, не давай, мое. Давай меняться. Абсолютно не мое. Так, давайте на Ирине посмотрим, как оно будет. Ну, тоже как бы. Как бы. Ну, получше немножко, но как-то так. Да, если тут цветной платочек какой-нибудь, штаны другого цвета, да, ну, вы поняли, что мы не особо смотрели за все видео, мы не особо смотрели, сочетаются вещи между собой или нет, потому что их очень много, и хочется их вам просто показать. Вот, но вот эта курточка как-то, на мой взгляд, неудачный вариант. Может, с белыми какими-то брючками? Да. Но рукава хорошо. Да. Ну, на высоких. Или подлиннее бы чуть-чуть. Ну, вообще-то вот так рукава должны идти, да? Чуть-чуть. То есть рукава коротковаты немножко.
Вот. И тут, кстати, нету плеча. Нету. Нету, да. Нету вот этого вот. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня. Ирина Перемечева. Желаем вам удачи. Да. Чтобы все было хорошо. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы очень ждем ваших комментариев. Да. Смотрите, маме очень понравилась эта кофта. Она ее себе оставляет. Да, то есть, смотрите, прикольно, да, так смотрится. И очень красивый образ с кроссовками и с кофтой. Да, смотрите, вообще здорово. Кроссовочки, ребят, просто огонь. Мне они безумно понравились. Мам, покрутись на месте. Безумно классные кроссовки, безумно. Вообще супер, просто супер. Мама, носи с удовольствием. Да.